Так, всем привет, дорогие друзья. С вами канал Коля Мастер. И мы сейчас, короче, идем до Якима. Он, короче, Яким сейчас на старом доме. Короче, говорит мне, Женек, типа, подлетай, короче. Сейчас надо будет тарелку снимать. Вот, сейчас, короче, иду к нему. Надо будет, короче, дойти до него. Он, короче, телевизионную тарелку снимает. Мы, короче, что хотим замутить? Из этой, короче, тарелки хотим замутить санки. Он уже готовит Ямаху, короче, к этому. Ну, шипует, короче, к зимнему сезону. Вот, сейчас вот дойду, говорит, тарелку снимает. Вот, вот Яким, короче. Вот снимает он тарелку. Вот, короче, вот мы на этой тарелке хотим, короче, кататься зимой. Решили, короче, такое вот небольшое разнообразие снять. Трэш-проект, блин. Трэш-проект, да. Якимка уже готовит, да. Короче, это. Шипует, шипует резину. Вот. Да, скоро мы, короче, сейчас зашипуем. У нас сейчас так снежок немножко выпал. Мы хотим сейчас Ямаху отмыть, короче. Яким скоро будет красить катосы. Все, зашипуем, прям снег выпадет. Прям такой нормальный ляжет. Вот, и будет видос, как мы открываем сезон. Скоро мне придет GoPro. Будем снимать на GoPro. Вот. Так что, дорогие друзья, у нас, короче, 3 декабря, а снега нету. Вот такой вот. Ладно, дорогие друзья, короче, это сейчас чуть попозже включимся. Следите за моим каналом и за Якимовским тоже.